Уважаемые коллеги, я скажу несколько слов о том, кого и что я представляю. Вот, значит, на этом первом слайде представлено название нашего доклада и два автора, которые представляют международный междисциплинарный проект «Ход времени», который называется. Вот этот вот, там, я думаю, что там видно название сайта, на котором можно все внимательно посмотреть и без спешки посмотреть все материалы на двух языках, на русском и на английском. Этот проект поддерживается несколькими европейскими университетами и так более-менее нехотя Российской академией наук. То есть это такое некое коллективное предприятие, развивающееся уже 20 лет, из наибольших, может быть, так сказать, поддерживающих сил — это Оксфордский университет в Англии и Геттингенский университет в Германии. Я, значит, делаю это, имею доклад от двух авторов, от себя и от своего коллеги из Швеции Вилли Велисаари. Прошу любить и жаловать, если потребуется, он хорошо говорит по-английски, поэтому можно с ним поговорить. Он в основном занимается такой философской и, может быть, гуманитарной интерпретацией тех проблем, с которыми я вас постараюсь познакомить. Я в своем докладе опущу технические детали выводов, формул. Их всегда можно посмотреть либо в тексте доклада, либо вот на этом сайте, который легко доступен и легко читается. Ну, традиции развития науки в 20-м столетии были довольно такими специфическими. Дело в том, что рассматривались два таких тренда в исследовании. Один, я бы сказал, нисходящий, то есть исследование микромира в надежде на дне обнаружить некоторые метафизические сущности, которые объясняют наше существование. И второй – это восходящий, когда стремились все дальше и дальше заглянуть в космос, тоже надеясь, что в глубине космоса мы найдем объяснение тех вопросов, которые мы хотели бы выяснить. Но при этом от предыдущих эпох досталось нам стремление к объективности, то есть сознание человека было исключено из рассмотрения. То есть старались обнаружить некую объективную истину, мы исключали самих себя из мира, который мы изучали. Это, вероятно, являлось глубокой ошибкой, потому что человек представляет из себя сложную структуру, которая включает множество, как вы знаете, атомов и сложных молекул. В нем даже есть радиоактивные элементы, которые распадаются с высокими энергиями. Так что весь микромир, человек и его сознание носят просто в себе. А что касается космоса, то вы хорошо знаете, что все мы подвержены влиянию Солнца, вся Земля и все лаборатории и обсерватории совершают весьма сложное движение, вращаясь вокруг Солнца, вращаясь вокруг оси, двигаясь вокруг центра галактики и даже двигаясь вместе с местным скоплением галактик куда-то в направлении созвездия Льва. Поэтому мы полностью зависим и связаны как с микромиром, так и с мегамиром. Поэтому мы предприняли в нашей концепции предположение о том, что сознание является необходимым элементом системы, которая связывает как раз микромир и мегамир в единую систему, которую нельзя разделять. Микрофон, говорите, пожалуйста. Которую нельзя разделять и... Поближе. Да. Значит, поэтому вводится нами некоторый космологический принцип о том, что мироздание представляет собой единую систему, состоящую из двух основных подсистем микромира и мегамира, между которыми есть количественные и качественные соответствия, которые
как раз наше сознание и устанавливает. В этом, так сказать, состоит и смысл всего процесса познания. Значит, этот принцип оказался довольно плодотворным и позволил ввести новые концепции, которые не только подтверждают то, что мы наблюдаем, но и позволяют найти что-то новое, потому что не всегда интересно иметь теорию, которая объясняет старые наблюдения, интересно иметь теорию, которая дает что-то еще новое. Поэтому эта теория, о которой я буду говорить, она довольно продуктивна. Значит, поскольку мы о сознании знаем не так уж много, то мы выделяем только часть того, в чем мы можем быть более или менее уверены. Значит, сознание вот отвечает на вопросы, где мы, а также что мы видим и что слышим. Потому что 90% информации мы получаем либо зрением, либо с помощью слуха. Значит, для того, чтобы использовать эти простые идеи в естествознании, необходимо придать им количественную форму. Значит, количественная форма придается с помощью некоторых метафизических принципов, которые используются во всех областях естествознания. Значит, мы имеем некую измерительную доктрину, которая позволяет нам строить приборы, дающие количественные измерения, и, соответственно, потом мы можем проводить вычисления. Значит, для того, чтобы эту доктрину метрологическую построить, мы используем принцип относительности измерений. Значит, что это такое? Дело в том, что математика, она не может оперировать с физическими величинами, имеющими размерность. Она оперирует только с безразмерными величинами. Для того, чтобы результаты наблюдений и измерений привести к безразмерной форме, мы должны ввести масштаб. Это так называемая теория размерности. Все в той или иной степени с ней знакомы. Значит, это вся наша теория размерности и, соответственно, метрологическая доктрина, которую мы используем, она общепринята, она использует предположение о том, что физические законы и измеряемые величины не зависят от тех эталонов, которые мы используем для определения базовых единиц. Значит, поскольку метр и секунда, атомная секунда, в настоящее время определяются квантовыми приборами, значит, предполагается, что и макрообъекты, и микрообъекты могут быть измерены одним и тем же способом с помощью одних и тех же эталонов. Это простая идея, она лежит в основе всех измерений, которыми пользуются сейчас естествознание. Второй принцип, который тоже немаловажен, но о котором обычно люди, не связанные с измерениями и наблюдениями, редко вспоминают. Это то, что все измерения имеют конечную ошибку. Нет измерений, которые дают только точный результат. Поскольку существуют квантовые шумы, значит, термические шумы, флуктуации гравитационного потенциала и многое другое, то мы видим мир несколько так размытым через определенную дымку. То есть все физические процессы, которые мы наблюдаем и измеряем, они имеют конечную неопределенность. Это очень важный факт. Из него мы потом как раз и получим концепцию времени, которую будем сегодня рассматривать. И, наконец, третий принцип, который важно учитывать, это принцип наименьшего действия. Просто потому, что основные процессы переноса информации, то есть распространение света и распространение звука, они определяются принципом наименьшего действия, который известен уже несколько столетий и очень плодотворно используется в физике. Значит, таким образом, для построения картины мира, значит, мы будем использовать три принципа, на которых, как мы предполагаем, значит, работает наше сознание. Значит, вот если мы будем исходить из предположения о том, что все-таки мы наблюдаем мир не очень точно, а через некоторую, так сказать, дымку, которая обеспечивает конечную неопределенность всех измерений и наблюдений,
то при помощи довольно простых соображений теории мер и множеств, стандартная математика, можно получить удивительную теорему о том, что если вот такая неопределенность конечна, то мы не можем себе представить время одной величиной. То есть это должно быть обязательно двухкомпонентное число. Если мы при этом хотим получить полноценную алгебру, то есть проводить для дальнейшего вычисления без особых затруднений, то такими двухкомпонентными числами могут быть только комплексные числа. Все остальные двухкомпонентные числа, которые существуют, кроме комплексных, они не дают полноценную алгебру. Значит, таким образом, идея эта кажется такой абстрактной, но на самом деле это все понятно. Если вы, например, наблюдаете движение, прямолинейное движение объекта, то вы при конечной неопределенности измерений вы получаете не одно число, а два числа, промежуток. Значит, вы, конечно, вы можете осреднить, как обычно и делается, геометрически, там, арифметически, каким-нибудь еще способом, и получить одно число. Но при этом вы теряете информацию. Значит, если вы хотите сохранить информацию, у вас должно быть два числа тоже. Значит, вот таким образом, для конечного интервала, который мы вынуждены наблюдать, может быть привязано только двухкомпонентное время. Это доказывается достаточно строго, вы можете посмотреть это вот на сайтах, которые делают. Но поскольку, как вы знаете, комплексное число может быть представлено в частности уравнение Эйлера в экспоненциальной форме внизу, тут не совсем видно, либо геометрически оно может быть представлено в виде такой вот трехмерной спирали наверху аналитическое выражение. Что это означает? Это означает, что мы следуем по такому довольно стандартному пути естествознания, которое начало с того, что оно сначала попыталось создать представление о структуре материальной точки. Сначала это был атом просто как название, а потом выяснилось, что этот атом имеет некоторую определенную структуру, состоящую, как вы знаете, из трех элементов по современному представлению. То есть мы раскрыли структуру материальной точки. То же самое многие ученые занимались изучением структуры элемента пространства и нашли там эфир, который благополучно изучается, и количество экспериментов удваивается каждые 10 лет, и я думаю, что в конечном итоге, значит, структура эфира будет разобрана столь же хорошо, как и атомные структуры. А мы здесь, значит, открываем структуру мгновения, мига, элемента времени, который оказывается не простым скаляром, как обычно это делается в естествознании, а имеет сложную вот такую спиральную структуру. Но поскольку спираль может иметь два состояния симметрии, то возникает естественное представление о времени и антивремени. В этом нет ничего мистического, просто это два состояния времени, и мы пока не имеем экспериментов и не можем определить, в каком времени мы живем, в левом или в правом. Я не могу предложить эксперимента, который мог бы однозначно ответить на этот вопрос. Такова идеология. Ну, конечно, для того, чтобы быть уверенным в том, что этим имеет смысл заниматься, конечно, нужно провести некоторое сравнение с экспериментами и наблюдениями, которые нас бы убедили в том, что можно этим продолжать заниматься. Я опущу детали вывода, замечу только, что из принципа относительности измерения и из принципа наименьшего действия мы можем получить достаточно простую модель поведения времени на больших расстояниях, для больших интервалов времени. Это выглядит... Значит, мы получим простое алгебраическое соотношение между шкалой времени, которой мы пользуемся в естествознании, то есть линейной шкалой времени Ньютона предложенной, она до сих пор используется, и
потрачено много усилий для того, чтобы повысить точность измерения малых интервалов времени. Но они, эта шкала не является на самом деле физической, поскольку она искусственно сконструирована с помощью приборов, и реальное время, которое, в котором развиваются физические процессы, оно имеет вот такую квадратичную форму. То есть оно, если говорить о ее о производной от физического времени по ньютоновскому, то оно ускоряется. А если использовать термин «ход времени», который лично обратный какому-нибудь стандартному интервалу времени, то ход времени замедляется. Это означает, что мы легко можем обнаружить, что отличие ньютоновского времени, которое используется в метрологии, от реального физического времени очень просто. В прошлом все интервалы физического времени были короче, а в будущем они будут несколько длиннее. Значит, это можно проверить, это свойство физического времени можно проверить с помощью наблюдений. Значит, сейчас в настоящее время найдено примерно 6 экспериментов, которые точно дают ответ на вопрос, соответствует ли это действительности, и более того, значит, позволяют вычислить константу, которая входит в это уравнение. Значит, первый хороший такой эксперимент проделан в 90-е годы, когда проанализированы даты солнечных затмений исторические. Сохранилось примерно 200 очень хороших точных описаний солнечных затмений, включая то время, в которое это происходило. И вот после того, как довольно точно измерили ускорение Луны, удалось построить программы, которые рассчитывают в обратную сторону время затмения. Это программы работают во многих центрах астрономических, и их можно найти на сайтах в интернете. Так вот, когда сравнили с датами, которые со временем, которые зарегистрированы в исторических хрониках, оказалось, что если мы рассчитываем по линейной шкале, мы получаем завышенные вот такие результаты. Вот как показано штрихованной кривой. Если мы учитываем вот это замедление времени в том, что в прошлом время, все интервалы времени были короче, то мы очень точно, ну, относительно точно покрываем те данные, которые достались нам от наших предшественников астрономов. Это первый такой впечатляющий результат, который подтверждает такой подход. Значит, в настоящее время, как вы знаете, построены очень аккуратные системы определения координат на поверхности Земли, ГЛОНАСС в России, GPS в Соединенных Штатах, которые позволяют точно определять координаты, но при этом требуют учета, тщательного учета флуктуации скорости вращения Земли. И вот оказалось, что если вычесть все приливные влияния от Солнца и от Луны, то оказывается, что Земля начинает ускоряться вращение. Это вот такой странный результат получили и долго не могли объяснить. И вот кривая, которая представляет собой флуктуации продолжительности суток, то есть лично обратная скорость вращения. И средняя линия, она как раз показывает тенденцию к укорочению продолжительности суток, то есть к увеличению скорости вращения, которая вполне точно описывается в пределах вот этих флуктуаций, вполне точно описывается тем уравнением квадратичным, которое я вам демонстрировал. Это еще одно астрономическое наблюдение. Ну и третье тоже впечатление, наблюдение, которое хорошо проверяется и производит хорошее впечатление, это объяснение странных ускорений планет. Дело в том, что было замечено еще, может быть, лет 70 тому назад, о том, что ближайшие планеты земной группы, то есть Венера и Меркурий, они приходят немножко раньше
завершают вращение вокруг Солнца несколько раньше, чем это рассчитывается по законам Кеплера и Ньютона. Значит, вот такое опережение, значит, тщательно изучалось. Вот здесь кривые, построенные с флуктуациями за примерно 100 лет. И то же самое, вот это вот фиктивное кажущееся ускорение тоже очень хорошо рассчитывается с помощью вот этого квадратичного уравнения. Но не только такой подход позволяет анализировать астрономические данные. В микромире тоже мы обнаруживаем те же самые эффекты. Значит, дело в том, что есть парадоксальный результат о том, что если вы имеете геологический образец, то вы можете определить его возраст более-менее точно с помощью изотопных методов. Так вот, оказалось, что в зависимости от того, какой метод, какой изотоп вы анализируете, вы получаете разный возраст. Один и тот же образец не может иметь разные возрасты. Но если вы используете разные изотопы с разными скоростями распада, вы получаете вместо одного возраста три разных. Это тоже объясняется таким же механизмом. То есть, поскольку используется закон распада Резерфорда с ньютоновским временем, то вы получаете ошибку. Если вы рассчитываете, учитываете замедление времени, у вас все сходится, вы получаете одно и то же физическое время, возраст. Ну и вот сравнив примерно там несколько десятков измерений возраста геологических образцов, мы получим подтверждение того, что вот такое замедление времени имеет место, и оно сказывается при определении возраста геологических образцов изотопными методами. Ну, значит, вот такой подход введения замедляющегося времени, он позволяет построить довольно эффективную космологию. Стандартными приемами мы можем определить расстояние и провести сравнение стандартных формул, которых обычно используют чаще всего три. Это вот так называемые диаграммы Хаббла, затем распределение по углам в зависимости от расстояния космических объектов и исследование поверхностной яркости в зависимости от удаленности, ну или от красного смещения. Значит, ну вот этот пример классической диаграммы Хаббла, которая сейчас очень хорошо, благодаря усилиям астрономов, продлена на большие расстояния. То есть, когда Хаббл занимался своими исследованиями, он имел дело только вот с этой маленькой областью. Сейчас современные системы позволяют видеть очень далеко, и поэтому мы знаем ситуацию на расстояниях много десятков, несколько миллиардов лет в прошлое. Вот сравнивая космологию, построенную на замедляющемся времени, и стандартную космологию Большого Взрыва, вот этот два, мы видим, что они заметно расходятся. И более того, значит, космологию Большого Взрыва не удается подогнать теми параметрами, которые в ней есть, не удается подогнать под результаты измерений. Потому что если мы нам подгоняем дальний конец, то есть большие расстояния, то у нас расходятся ближние расстояния, и наоборот. Поэтому, значит, тут такая безвыходная ситуация, а значит, космология, построена на замедляющемся времени, она идет без всяких дополнительных параметров, непосредственное совпадение. Значит, тоже классический тест космологический, когда измеряется зависимость угловых размеров космических объектов от красного смещения или от расстояния. Здесь от красного смещения. Значит, в космологии Большого Взрыва есть очень большая неприятность, которую обычно скрывают, стараются не афишировать, в учебниках не упоминают. Это то, что она предсказывает удивительный эффект о том, что размер космического объекта по мере его удаления сначала уменьшается, а потом должен возрастать. Ну, ничего такого, конечно, не наблюдается. Пока были маленькие расстояния, значит, это как-то удавалось смазать в дисперсии. Но потом на больших расстояниях, когда стали получать, то выяснилось, что
от этого никак не избавиться. Это одна из неприятностей космологии Большого Трио, с которой не удается справиться. Ну, как видите, вот в космологии с замедляющимся временем этого эффекта нет, там все более-менее благополучно. Ну и, наконец, третий тоже классический тест, давно используемый, это сравнение поверхностной яркости объектов по, в зависимости от дальности наблюдения или от красного, опять-таки, смещения. Ну, классическая космология, я имею в виду космология Большого Трио, предсказывает, что это будет обратно пропорционально четвертой степени, вот так вот. Ну, а космология с замедляющимся временем дает более реалистичное представление о том, что, значит, это обратно пропорционально второй степени, и, соответственно, это лучше соответствует наблюдениям, которые сейчас имеются в достаточном количестве. Таким образом, в целом она лучше соответствует, эта предлагаемая концепция лучше соответствует тем наблюдениям, которые мы располагаем. Ну и еще одно важное преимущество – это то, что удается избавиться от эмпирических констант, которые в большом количестве вынуждены вводить стандартная космология Большого Взрыва. Там фактически нету, кроме гравитационной постоянной, нету фундаментальных констант, а все являются эмпирическими параметрами, которые определяются только экспериментально. Значит, развитие вот этой концепции замедляющегося времени и соответствующей космологии приводит к возможности определения всех параметров с помощью фундаментальных констант. Вот таблица, которая представлена, она демонстрирует возможность связать все четыре основных параметра, начиная от постоянной Хаббла и кончая фрактальной размерностью крупномасштабной структуры, только с фундаментальными константами. И совпадение с наблюдениями оказывается в пределах погрешности самих наблюдений, то есть вполне близко к реальности. Я должен заканчивать. Вот. Я не буду останавливаться на деталях. Детали вы можете посмотреть. Я думаю, что всем более-менее понятна схема подхода, а технику, конечно, можно посмотреть, и я могу ответить на все необходимые вопросы уже в кулуарах. Ну и еще то, что, вероятно, может быть, будет темой для доклада на нашей следующей, может быть, конференции, это то, что эта модель или концепция спирального времени очень эффективно работает в микромире, позволяя найти новые соотношения неопределенностей в дополнение к стандартным соотношениям неопределенностей Гейзенберга и Паули, которые используются. А это означает, что поскольку некоммутативность операторов, с которой связаны соотношения неопределенностей, может быть базой для построения квантовой механики, то это означает, что, используя эту концепцию, можно построить альтернативную квантовую механику, которая, возможно, будет лучше, чем та, которая сейчас есть. Спасибо за внимание. Так, спасибо большое. Еще последнее, значит, если кто-то заинтересуется, значит, на этом сайте, о котором я вам говорил, есть возможность скачать книжки без всякой платы. Без проблем. Спасибо большое, очень оптимистичный доклад. Я вот понял, что если мне 70 лет, так я прожил на самом деле больше. 70 плюс А, 70 в квадрате. Правильно я понял? Да. Ну, значит, я долгожитель, как и все присутствующие здесь. Спасибо большое.